Ну вот процесс идет. Мы надеемся на лучшее. 500 километров отмотали от кургана. Должно хоть что-то взяться. Вот так вот потихонечку. И пошли. Друзья, всем привет! Выезжаем из кургана, компания 3 человека. Время 12 часов, первый, наверное, уже. Все, на трассу встаем и поехали. 500 километров. Поедем рыбачить на щуку. Время 7 час. Приехали вот в Тобольск. Вон парни живца выносят. Бочку целую. Потому что из кургана мы его просто не довезли. Все, осталось нам 60 с чем-то километров до места. Друзья, мы доехали. Наконец-то все здесь, на месте. Сейчас будем располагаться. Приехали, вот все расположились, смотрите. Евгений нас встретил. Значит, вот так вот все выглядит. Стол. Вот такие вот нары. Такая печка. Очень хорошо жарит от нее. Холодильник есть. Микроволновка есть. Плита есть. Мойка. Ну, правда, не водопровод, но поняли, да? Дальше чайник есть. Посуда какая-никакая есть. Показываю ложки, тарелки. Вилки, стопки. Две мы с собой на речку взяли, забыли стопки. Вот. В принципе, все есть, все работает. Пластиковые окна есть. Натяжные потолки есть. Ну все, комфорт полный. Полный кайф. Время 10 час, мы поехали. Торопимся, быстренько вот перекусили по бутерброду и поехали. Все, надо выставляться, буриться на... Будет клев бешеный. Сами. Вот это место не обломано. Давай туда поедем, если четко найти. Это там 5 километров, да, получается? Это дальше сейчас будет. Это парни рыбачили. 4-5, там получается, если вас это все выставят. 6,5. Стол нету, куда взад уже. А ложить, на него садиться будем? Нет, если садиться будете на подушке, тут ноги будут. Вот так? Можно так, да, это можно. Нет, вот так вот. Здесь? Да. Все, собираемся, крутимся. Друзья, рыбалка мечты. Все, мы выставляемся. Высадил нас Евгений. Вообще красотища тут, конечно, и широтища. О, рыбак. Все, я вот пошел. И мы, наверное, я не знаю, километра полтора, наверное, расстояние. Но вообще здорово здесь. Погода тоже классная. Все, начинаем. Вот так вот потихонечку. И пошли. Солнышко вообще классное. Тепло на улице. Ничего, палатку мы не ставили. Решили сразу поставить жерлицы.
А потом уже разбить там лагерь, там чай попить там и так далее. Так, так, друзья, первая авария у нас. И вторая даже. Впоролись вон там, вон дальше, где-то, наверное, метров 500 в столб. Андрюха пошел туда, вот в ту сторону. Сейчас вот здесь вот тоже впоролись, ножи запороли. Вот только что поменял на новые. Вообще, не знаю, что делать даже. Туда, наверное, дальше пойдем. Посмотрим. Снегоход уехал. Мы все выставились, расставились. Я, наверное, сегодня километра 4-5 прошел. Туда-сюда, туда-сюда бегал. Посмотрите, какие тут пейзажи. Просто бомба, да? Шикарно. И песочек такой. Вообще, еле. Все-таки север, уже Тобольск дальше, Вагай. Север пошел. Красота. Вот, ждем сейчас еще. Дима у нас выставляется. Мы что-то решили отдохнуть немножко. У нас же возраст. Поэтому нам уже за 40. Тяжеловато. Вот, а так красота. Пойдем сейчас окуня поищем. Что-нибудь потворим. Что сидит. Так, на Алексееву жерлицу у нас загар, полная размотка. Алексей сам находится вон там. Так, все, начинаем, пробуем. Вон парни там говорят, полторашку поймали. Я здесь на окуня стою. И так пробую. Течение вообще огромное. Вытащили они. Молодцы. Подсекать. Так, крючок у тебя здесь. У меня руки заняты, давай сам. А, есть. Ага, говорит, рыба есть. Давай, Дима, не подводи. Так, крючок поближе тебе. Давай нам щуку на 5 килограмм. Небольшая. Ну хотя бы начало положить. Ага, вижу, вижу. Ну нормально, чё? Вот она, иртышская щучка. Около мышки, наверное. Ну где-то полторашечка точно. Молодца. Так, хозяин жерлицы рыбачит, а мы тут ему щуку ловим. Так, друзья, вот первая полторашка, наверное. Кстати, взвесить ее. Время сколько? 3, наверное, да? Или 3? Да, 14.50. 14.50, вот первая у нас жерлица сработала. Так-то неплохая щучка. Я пока-то мог у нее искал. Сейчас еще хочу здесь попробовать. Там течение вообще просто уносит. Друзья, флаг у нас. Загарчик. Фух. О, вещи наши. Короче, в следующий раз я с биноклем поеду. О, вообще тяжело. Андрюхина сработала. Размотки нету, да? Печаль. А зачем тогда я так бежал? А зачем? Нету ничего. Печаль. Это живец бил. Видели, какой размер живца? Вот.
Мы таких на сковородке жарим. Я чуть легкие не выплюнул, пока бежал. От метров, наверное, 500-600. Один рыбак идет, мне кажется, что-то он тащит. Подойдем поближе. Дима тоже что-то вытащил. Тоже нормально. Мы, кстати, это взвесили. Ровно полтора. Это, наверное, у тебя кило. Сработка была? Крайняя самая. Бегали мы сейчас. И у меня сработка была, тоже ничего. Нет, это еще одна. На одной жилице. А? На одной жилице. Нет, почему? Сначала сход, потом дальше еще одна. При тебе не было? А? При тебе не было? Нет, вот это. А, вот это было. Сработало. У тебя вот это вот сработало. Самое крайнее. Полтора килограмма. Первая наша щука. Почему? Живой шевелился? Все, троллей обратно. Их привез, я думаю, дай сниму. Здесь, да, уставили? Да, вот там ближе. Рыбалка пока есть. Видео Банк снимаю, видео. Река Иртыш, рыбалка на жерлице. База нации. Вообще классно. Ребята первый раз приехали, завтра будем смотреть результат. Не, вообще мне нравится. Природа, все нравится, вообще классно. Да, и погода не подвела. Посмотрим, мы на 2 дня здесь. Завтра приедем пораньше, уже сегодня там еще с дороги. Все-таки 500 километров сказывается. А так, да, вообще нравится. То есть, ну, даже... Во сколько мы приехали? Сюда, ну я где-то думаю, в 10? В 10, наверное. Рано. С 7 до этого. Живца не смотрел? Вот а, уже у нас был ответ такой, кстати. Ну, не было ответственного. Вот сейчас считаем, как сделаем, мы приедем. У меня один компрессор на батарейках. Сейчас они у вас постоят до вечера. Я их заберу, прохладное место поставлю, и этот компрессор уже можно. Вот, друзья, смотрите, вот это вот последняя пятерочка лежит, это новое место, вот Евгений съездил на новое место, завтра мы посмотрим, что поймаем и, возможно, переставимся, ну, то есть, видите, да, результат какой, вот Иртыш что дает, все, мы отдыхать. Завтра в 5 встаем и поедем. Утро 2-го дня. Выезжаем проверять жерлицы. И настоящая рыбалка будет. Смотрите, полная сработка, размотка лески, флажок стоит, то ли замерз, то ли что, ну, смотрите, нормально все. Вот, сейчас будем вытаскивать, смотреть, ну, мне кажется, там налимчик, наверное, точно сидит. Ну-ка, ничего замерзло. Ого, вот это да. Ой, наверное, хорошее что-то есть. Вот идет.
Ох, друзья, адреналина, вы знали, сколько хапнул я. Что-то слабо пошло. Неужели что-то... Размотка-то полная. Ну, что-то слабенькое. Или он так тянется прям легко. Брось. Сейчас, сейчас, маленько этой расколочу, чтобы шабалкой легче было. Стой. Леску вверх. Ага. Погоди. Ну, рыбы нет. Ага. Рыбы там нет. Загарчик был. Тянешь, как будто есть. Ну. А что, там много размотано-то, слушай. Ну, он бросил его, видишь? Ну. Пожевал, выплюнул. Так-то, парни, много раз это... Браво-то. Так, друзья, смотрите. Размотка полная почти. Сейчас Андрюхе дам телефон. Здесь он. Больше подводить, там надо килограмм 50 надо. Сзади крючок, если что. Это не хера, а не это. Леску, леску в сторону шире бери. Вот. Вот. Нет, что-то есть. Леха, леску пошире выбирай. Что запутает. Это что-то щука, есть. Блядь, я не ловлю. Забирать это. Отдавай, если забирать. Что-то хорошее, слушай. Я говорю, хорошее что-то. Налим. Где ключ? Вот так его. Пятый рыбак. Это твой первый налим? Да, мой первый налим. Ну, поздравляю. Спасибо. Ты как хирург работаешь, смотри. Да, качай. Опять какая. Не помню, какой тут крючок у меня. У меня вон там загарчик. Да, да, да. Сейчас пойду смотреть. Ну, Андрюха обрубачился, да? Да, обрубился. Обрубился. Красота, красота. Нравится мне здесь.
Вот он, красавчик. Видел я уже. Ну там мышка-то. О, получше. Ну, видишь, как зацепился. Ну. В эту сторону кидай его там резко. Ну это больше килограмма уже. По-любому, ты что, около двушки? Вот так вот на ИПШ-то ловится рыбка. Ладно, пошел я дальше смотреть. Давай. Ну, друзья, смотри. Смотрите, друзья, вот которая крутила. Это вот сколько примерно? Это килушка, наверное. Так, друзья, загарло. Снимаешь. Набегался сегодня. Итак, друзья, второй день рыбалки на РТШ у Евгения Наци. Прикольно. Но вот здесь вот, где вот мы ставили, вон там поймали что-то на лима там. Вот куча рыбы лежит. Глубина примерно 40 сантиметров от дна, ну, от льда. Я решил вот туда переставиться. Течение дальше, именно русло идет. Там где-то 1.5 метра. Ну, не вижу смысла там. Вон там у меня вообще 20 сантиметров было. Я что-то вообще все убрал отсюда. Вот туда поставил. Вон парни вообще туда ушли далеко-далеко. Вот, видимо, сработка. Сейчас он бежал. Андрей сейчас уже пешком идет. Ну, очень тяжело бегать по снегу. Вот. И ждем сегодня и завтра. Проверяем, снимаемся и едем в курган уже. Вот так вот. Сейчас тепло, хорошо. Даже без капюшона сижу в простой шапке. Такие вот дела. Дим. Что там? Сколько? 4,935. 4,985. Ну, почти 5 килограмм. У нас... чемпион это налим. И сейчас интересно судак. А второй налим, давай второй. Трешечка. 3,095 или 55. Весы замерзли, немножко подтормаживают. Но не врут. Кило 930. Ну неплохо, неплохо. А че я своего уже не вешал, по-моему? Ну-ка завешу. Вот это. Не-не-не, этот, нет. Вот это, ну, это, вот это мой. 400. Кило 410. Это Андрюхины 2. Здесь двушка. Два килограмма 10 грамм. Ну, со снегом 2 килограмма. Все равно нормально. Вот это вообще красавчик. Вот, закончили день номер 2. Вот такие вот у нас красавцы. Судачок 2 килограмма. Налим. Пятерочка. Тоже общим планом, так что... А, да.
База отличная. Всем рекомендую, всем советую. Накатался, ноги не ходят. Посмотрите. Все по льду. Вот. Евгений что-то скажет. Да? Пригласи народ. Езжайте на отдых. Как бы парни рыбачат, рыба. Ну, рыбу я вам показал. База нации. База нации, Тюменская область. Все кто координаты еще, оставлю. Очень трудовые, я бы сказал. Особенно с непривычки. Вечер, второй день. Решили мясо пожарить. Баню не стали топить, заказывать. Такая вот база. Все, завтра. Еще один день. До обеда и выезжаем. Итак, друзья, утро, 18 число. Жерлицы стоят. Еще кто-то проверяет, Димка. Что могу сказать, день на день не приходится. Один был загар всего. Вот здесь вот. У меня там дальше 6 штук стоит. Там тишина. Здесь все посмотрел. Живец живее всех живых. Димка вытащил 3 налима. И все, Андрей тоже ничего. Посмотрим, сейчас еще часик подождем, да будем собираться-то. Пообедаем, да, в дорогу. Еще давай раз. Ты видео снимаешь? Нет. А, видео снимаю?